Эксперты Федерального агентства по делам национальности отмечают, что процветание этнотуризма невозможно без участия социально ответственного бизнеса. В Югре «Лукойл» поддерживает программы по развитию оленеводства, культурного обмена, сохранению языков и традиционного уклада жизни коренных народов Севера, национальных праздников, ремесел и видов спорта. Самобытные традиции народов Севера тесно переплетены с современной инфраструктурой в городах пребывания «Лукойла». Этот контраст и привлекает туристов. Каждый объект, построенный или реконструированный при поддержке нефтяников, не просто функционален и нацелен на повышение качества жизни, а уникален и по внешнему облику, и по своему внутреннему наполнению. Северный регион способен удивить, покорить и влюбить в себя любого путешественника, ведь на его территории не только представлены традиции коренных жителей, но и создана современная инфраструктура для любителей культурного, активного и семейного отдыха.